Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот», 12.07 в Кирове, Светлана Занькова, Владимир Сметанин в студии. Добрый день, да. Небольшой у нас, незавершенность небольшая с предыдущего часа у нас осталась. У нас был опрос, посвященный тому, зачем обычной семье, городской семье, участок земельный за городом, в лесу, в поле, где угодно. Итак, результаты у нас опроса следующие. Треть наших слушателей проголосовали за то, чтобы строить дом и жить на природе. Любопытно. Это отдых. Треть наших слушателей желают, как и ты, выехать на природу. Отдыхать на природе. Да. Строить дом и жить на природе. Треть, опять же, то есть на первом месте вариант ответа, заниматься приусадебным хозяйством. То есть наш народ тянется это к хорошо. Тому, чтобы выращивать. Это уже хорошо. Да, все-таки. Далее, на втором месте у нас вариант ответа, выезжать на отдых и шашлыки. На третьем месте незачем иметь за городом участок, в городе гораздо лучше. Вот так интересно. У нас еще есть смс-ка. Наш слушатель по имени Иван высказал недоверие по поводу вот этого возможного законопроекта о родовых усадьбах. А не повторится ли то же самое? Мужик вбухал кучу средств, а ему говорят, тут будет дорога с компенсацией в 3-4 рубля. Да. Тоже вариант. Бывало такое, да, ведь? Конечно. Вот люди вкладывают и силы, и деньги, а потом приходит чиновник и говорит о том, что нет, все, не разрешим тебе там дальше жить так, как было. Будет интересно, как развиваться будет эта тема. Продолжаем разговор. У нас новая тема. Мы меняем тему разговора. Как изменилась работа скорой помощи в Кирове с 1 января 2013 года? Представляю наших гостей. Александр Бондарев, замглавы Департамента здравоохранения Кировской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Одношивкин, главный врач станции скорой медицинской помощи города Кирова. Добрый день. Ну, мы эту тему уже обсуждали в декабре, да, это у нас было. То есть, когда вот это прошла новость о том, что с 1 января у нас изменится очень серьезная работа скорой помощи. Были тогда звонки от слушателей, много высказывалось и недоверие, да, по этому поводу. Опасения были. Да, но никуда не деться. 1 января уже наступило, и все, скорая помощь у нас уже работает по-новому. И вот в течение этого часа мы будем говорить. Давай скажем, что в основном опасения возникли, и недоверие возникало на почве того, что очень уж быстро все прошло для обывателя, да. То есть эта тема особо активно не обсуждалась, не аукцион, никто, ничто, ничто это будет меняться. Никто не выносил на голосование, общественность не привлекалась, поэтому было, наверное, странно слышать, что вдруг все меняется, и поэтому были как раз опасения, что а вдруг вот это все поменяется, ничего не подготовлено, почвы нет, что с кем будет, куда уйдут водители, куда уйдут врачи, вообще новогодние праздники, а тут бабах, тут новая скорая помощь, успеет ли в 10 дней обслужить всех страждущих и жаждущих? Десятилетиями существовала другая система, традиционная система, да, когда эти машины скорой помощи были, они ремонтировались за собственный счет и так далее и тому подобное. Давайте номера наших телефонов озвучу для наших слушателей. 708-502, прямой эфир, присоединяйтесь к нашей беседе. 708-502 и номер для смс 8-909-720-101-0. Да, вы можете звонить, высказывать, если у вас есть, особенно я призываю тех, кто уже в силу обстоятельств воспользовался услугами скорой помощи, как вас обслуживали в этом месяце, что вы можете сказать о врачах, которые приезжали, были ли какие-то там задержки, нарушения или наоборот все благополучно, пожалуйста, звоните. Ну а что тут далеко-то ходить, я могу собственную историю рассказать, которая приключилась со мной на прошлой неделе, ну я вынужден был вызвать скорую помощь своему близкому человеку и вот съездил с ним в качестве сопровождающего. Машина приехала в течение 20 минут, и была это, как мне показалось, новая «Газель». Абсолютно новая «Газель». Других у нас нет. Теперь других «Газелей» нет. Вот, собственно, поэтому пригласили гостей сегодня в студию. Расскажите нам, пожалуйста, потому что, когда мы говорили в декабре, то озвучивалось, что январь — это будет месяц, когда будет происходить обкатка вот этой всей схемы, посмотрят, как будут работать машины, все ли будет предоставлено, потому что еще тогда не было, еще не было машин, в общем-то, в наличии вообще, в принципе. Что с машинами? Как отреагировал персонал, да, как отреагировали врачи прежней скорой помощи, где водители, кто эти водители сейчас, как вообще все работает?
Ну, скажем сразу, что ситуация эта исследовалась с 2009 года, и первоначально расчеты нами проведены были, и у нас стоимость часа получалась порядка 190 рублей. Естественно, тогда это подрядчиков не устроило, такая цена. А что в эту сумму входит? Туда входит полностью все, начиная от топлива и заканчивая предрейсовыми осмотрами водителей. Угу. То есть полное транспортное обеспечение. Вот. Но на сегодняшний момент у нас эта сумма выросла по понятным причинам, то есть там происходил и рост тарифов на топливо, ежегодно у нас порядка 16% идет mm-hmm. рост, рост коммунальных платежей, то есть в гараже рост цен на запасные части, комплектующие и так далее, вот. И, ну и, естественно, заработные платы mm-hmm. водителей. В эту сумму тоже входит? Да-да-да, полностью. Вот. И, значит, в прошлом году, как раз, когда мы все это изучали, у нас уже получилась цифра несколько другая. Вот. И потом, связавшись с подрядчиками, с потенциальными, мы как раз и получили информацию, что им, в принципе, уже это интересно. Угу. И они готовы нам оказывать услугу в полном объеме именно на этих условиях, то есть за эти деньги. В результате был объявлен открытый аукцион, который состоялся, и заключен договор, по которому сейчас транспортные услуги оказывают две подрядные организации. Давайте уточним. Да, эти подрядные организации — это Киров Медавтотранс и еще одна такая же организация с похожим названием. Они пермские? Нет, они зарегистрированы в Кирове. В Кирове? Да. А еще какие-то организации наши кировские участвовали тоже в этом аукционе? Вообще сколько было заявок на аукцион? Насчет заявок, по-моему, только две. Угу. Вот больше ни одна транспортная компания не заявлялась. А почему бы не предоставить одной только организации? Ну, опять же, это как один из факторов снижения рисков. То есть, если у одной компании возникают какие-то проблемы, то другая, в принципе, вполне в состоянии подхватить. Угу. Речь идет о 38 автомобилях скорой помощи, которые, ну, так скажем, на боевое дежурство заступили с 1 января. Абсолютно, года. Да. Абсолютно новые автомобили. Абсолютно новые, то есть они 2012 года выпуска, угу. они полностью переделаны прямо с конвейера в автомобиль скорой помощи класса Б, ну и 4 у нас автомобиля марки Ford. Они переделаны под реанимобили. Угу. Они полностью соответствуют всем требованиям государственных стандартов и предъявляемым нормам. Да, предъявляемым требованиям, угу. которые именно к машинам скорой помощи по классам Б и С угу. предъявляются действующим законодательством. И, кроме того, поступив в конце декабря, они полностью оснащены оборудованием радиосвязи. Контроллеры ГЛОНАСС угу. установлены. То есть сейчас все так же, как и раньше, выводится в оперативном отделе у нас на большой экран, все бригады видны. Угу. И переустановлено медицинское оборудование и кислород. То есть так, полностью все готово. Да. Ну, давайте технически, это, да. То есть 1 января все вышли на вахту. Все угу. вышли в полном объеме, да, и просто хотелось прокомментировать. Как раз вот вы в начале передачи сказали, что там новая скорая помощь, да, как люди стали получать новую услугу, да, какое отношение к врачам и врачей, да, хочется пояснить, что в первую очередь это мы здесь получаем транспортную услугу. Все врачи, которые работали на станции скорой помощи, они все остались. То есть все медики... Ты желал остаться, все остались. Нет, медики у нас как продолжали работать, так они и продолжают работать по тем договорам, которые у них заключены. Да, здесь поменялось именно в части, да, мы с вами скажем, доставки врачей. Да, здесь мы с вами сняли... Как Сергей Юрьевич правильно сказал, тот момент на снятие той головной боли, которую мы испытывали при организации вот этой самой транспортной услуги, это там, начиная от эксплуатации, да, все знаем, что в основном это все наши машины в России, это «Газели», да, это очень маленький ресурс автомобиля, да, и она очень там достаточно там часто находится в ремонте, да, и то, что там сейчас у станции скорой помощи есть там, утром они выпускают врачей, раньше они выпускали автомобили в первую очередь, да, и там Сергей Юрьевич переживал за то, сколько сегодня автомобилей выйдет, да, на сегодняшний день Сергей Юрьевич, он с утра получает ровно 38 автомобиль для своих 38 бригад, да, и его не волнует, где, если какой-то автомобиль сломался у подрядчика, где они будут брать замену, и та замена должна быть новой, да, так как о том мы говорили, и там обеспечена в полном объеме и медицинская аппаратура, и, соответственно, там всеми спецсигналами, и, как мы говорим, там допусками, как и водителей по медицинской части, да, медицинский осмотр, и в части то, что они должны иметь свою там категорию направления этим автотранспортом. Кстати, гарантийный срок обслуживания этих новых автомобилей, он же существует?
Ну, гарантийный, ну, да. Да. Ну, конечно. Это, знаете, то есть вот этот момент, да, он более относится к подрядчику, они приобретали эти новые автомобили, да, и там, если что-то там как вот ломается, да, там, или спецсигнал сломался, как вот мы в понедельник, да, там не работал, когда приезжал, да, то есть они это все будут в гарантийных своих обязательствах уже с тем производителем, которого они брали, они там уже что-то менять, но нам должно приходить это именно там все целое. То есть мы об этом не думаем, сколько там бензина должно быть с утра, да, чтобы у нас машина там всю смену отрабатывает от начала до конца. Если какая-то поломка, опять же говорю, то есть это не наша проблема, это проблема подрядчика. То есть с нас эта проблема снята. Это все равно интересно, где у них оперативный штаб управления, да? То есть если вы раньше отвечали за то, что сколько бензина, все ли готовы, все ли водители в порядке, все ли сигналят, то сейчас координацией движения машин занимается тоже подрядчик, да? Да, полностью. Полностью. А находится этот пункт координации движения машин в Кирове или где-то в другом месте? Ну, естественно, в Кирове есть представители, которые контролируют работу водителей. Машины стоят, насколько я понимаю, в тех же гаражах, которые стояли прежние? Ну, машины они не стоят, машины они постоянно циркулируют. То есть сейчас свободного времени у скорой помощи практически нет. Не, ну где-то же есть эти причалы, эти боксы, где машины должны обслуживаться. Есть. Где они есть. Прежние или эти помещения, эти гаражи предоставляет тоже подрядчик? Нет, полностью машины сейчас базируются на подстанциях. Техническое обслуживание пока еще ни разу не проводилось, потому как они только вышли. Ну, еще сколько, 2 недели эксплуатируем, поэтому еще рано говорить о техническом обслуживании. Но в целом, насколько я знаю, у подрядных организаций есть уже договор со специализированным автосервисом, который будет заниматься обслуживанием автомобилей. И он кировский? Да, в Кирове. И вот чтобы никуда не гонять эти машины. Да, конечно. Вот это тоже вопрос, потому что я знаю, что есть ситуации, когда, например, в каком-нибудь учреждении выигрывает тендер представитель другого города, например, на использование руртехники, и заряжать картриджи нужно тоже в другом городе, а не в нашем. То есть ситуации с машинами скорой помощи такого быть не может, я так понимаю. Это вопрос составления технического задания. Да. Знаете, то есть это здесь в том моменте там, возить в другие города там какое-то обслуживание, это сложно. То есть у нас как и медицинская техника, и как автотранспорт, у нас одно из главных условий госконтракта, что обслуживание должно здесь проходить в городе Кирове. То есть... Ну и вот, Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, 38 машин, которые предоставлены были, сколько их бывает в сутки задействовано? Все 38? Все 38 полностью задействованы. Постоянно. Постоянно задействованы. Да. И это все машины или есть еще резервные машины, которые вот в случае чего? По условиям договора, еще 4 машины, кроме этих 38, они находятся в резерве. То они есть? Да. То есть они стоят есть. Где-то, ждут своего часа? Да. То есть если, не дай бог, какая-то поломка, случай исхода с линии, и машина, она требует замены, то выходит резервный автомобиль. Вообще 38 автомобилей хватит? Достаточно для полумиллионного города? Практика нашего показывает, что при правильной организации работы достаточно. Сколько было машин до Нового года? До Нового года ситуация менялась, потому что автопарк был довольно серьезно изношен, поэтому постоянно находилось на линии от 34 до 38-39 машин. Ну, такая же цифра примерно получается. Да. В среднем по году получается примерно так. Что со старыми автомобилями? Старые автомобили на сегодняшний день. Давайте, да, прокомментирую больше. Да. То есть у нас Александр Бондарев. Да, все автомобили, они находились в исправном состоянии, да, то есть они все там 31 декабря заехали в боксы, станции скорой помощи, да, о которых мы говорили, там находятся сейчас наши автомобили. Вот, они сейчас все пройдут техническое обслуживание, те машины, которые требуют ремонта, они будут отремонтированы, и мы будем их постепенно по потребностям передавать в муниципальное учреждение наше, то есть в районное. Будем смотреть, то есть не веерно всем раздать, да, то есть у нас есть межрайонные центры, где требуется более там более оснащенные автомобили, вот как мы закупали там автомобили Ford, да, ну и то есть и остальные районы тоже не забудем, будут передаваться именно по потребности. Это как сейчас происходит? Районы подают заявки? Да, вот мы сейчас на сегодняшний день смотрим потребности, подают заявки, то есть, ну, мы там, потребности у районов, они всегда большие, да, дайте нам все сразу, да, то есть мы смотрим именно там, чтобы все работало в той структуре, которую мы видим, и, соответственно, будем передавать. Сумма уже подсчитано, которую придется потратить на приведение в такое нормальное состояние вот этих старых скорых машин? Пока еще нет. Я не хочу сказать, что, знаете, там какая-то огромная сумма нужна, потому что автомобили ездили, да, и станция скорой помощи следила за их исправным состоянием. Все-таки они у нас были достаточно нормальные, ну, хоть там и года выпуска не такие свежие. Но такой общей суммы еще нет. Но я не думаю, что она будет там сильным ударом для бюджета. Самое главное, что сейчас освободилось время для того, чтобы подготовить эти машины, да, чтобы провести полностью осмотр, отремонтировать. А, кстати, кто этим занимается?
Кто этим будет заниматься? Будет заниматься. У нас есть КАГУП М-Транс. Это унитарное предприятие, которое занимается государственным обслуживанием медицинского транспорта. Ну, плюс, если какие-то там у нас машины еще есть на гарантии, мы будем делать гарантийных, да, салонах. Если где-то там у нас есть иномарки, мы там будем смотреть те, которые закупались, да. Ну, так, в принципе, будем не то что своими силами, да, а с минимальными потерями для бюджета. То оборудование, которое имеется вот в новых автомобилях скорой помощи, оно какое-то новое или оно стандартное всегда идет? Я к тому, что медперсонал, для медперсонала ничего нового, необычного нет в этих новых машинах? Нет, совершенно, да. То есть тот медперсонал, который привык работать на реанимобилях, они с тем же оборудованием перешли на... Там даже, по-моему, марка автомобиля, да, сохранилась. Да, марка та же. Форд. А, Форд. То есть они как работали на оборудовании и работают, а машины, они все, в принципе, скорой помощи, что с Горьковского завода, что с остальных, они поступают в стандартных комплектациях, и там нет ничего нового, что где-то была ручка слева, сейчас она справа. Все знакомо. Все знакомо, да. Медицинский работник, заходя в этот автомобиль, он чувствует себя как дома, в общем-то. Ну вот если все понятно сейчас с автомобилями, и правда не может не радовать, что теперь районы получат дополнительные средства передвижения, то что касается водителей автомобилей, куда они пошли, все или в полном составе перешли на работу к новому подрядчику, там, к новому работодателю. Что произошло с водителями? Ну, водительские кадры, они в основной своей массе все-таки перешли к новым подрядным организациям на работу. Но, тем не менее, существует по разным подстанциям разная статистика, но, тем не менее, ну, вот по центральной, могу сказать, по первой подстанции, которая на проспекте Строителей 27, там из 64 водителей новых, старых осталось только 23. То есть в основном произошло обновление. Естественно, это ушли у нас сотрудники, которые пенсионного возраста, заслуженные водители, но они не смогли перестроиться, что ли, на новый лад работы. А в чем загвоздка-то? Ну, принципиально даже смена автомобиля, и то уже является стрессом для водителя. То есть он привык работать на автомобиле, который годами он эксплуатировал, да, и тут он получает новый автомобиль, у которого все новое. Да, как Александр Михайлович уже сказал, что... Радоваться должен. Радоваться должен, но тем для любого мужчины новый автомобиль, это конечно. Подарок. Тем не менее, автомобиль марки ГАЗ новый, он требует определенных вложений, трудовых, скажем так, для полноценной эксплуатации его впоследствии. То есть тут все-таки не машине дело, а в новых трудовых отношениях, скорее да, всего. Да, да, да. Какие-то новые условия были поставлены водителям? Ну, в целом и трудовые договоры мы смотрели предварительно, и должностные обязанности, они принципиально не изменились. Условия труда тоже практически не изменились, то есть что место работы, что прохождение предрейсового осмотра, что размещение на подстанции, все осталось примерно то же самое. Только единственное, что по условиям хранения автомобилей на некоторых подстанциях произошли изменения. Автомобили теперь хранятся на улице. Но они не хранятся, они постоянно ездят, поэтому у них времени на простой практически не бывает. Давайте напомним номера наших телефонов. 708-502, прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы по работе скорой помощи с Нового года. Номер и отзывы СМС, обязательно, да, вот, оставляйте. Да. Как номер вас для СМС 8-909-720-101-0. Вот сейчас на связи Максим Морозов, коммерческий директор компании «Киров Медавтотранс». Это один из подрядчиков. Я надеюсь, что сейчас с нами Максим тоже прояснит многие вопросы, в том числе и по техническому обслуживанию, и по водителям. Максим Игоревич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, да. Нас интересует вот вопрос, как раз продолжим в отношении водителей, которые сейчас управляют у нас новыми автомобилями скорой помощи. Поступила информация о том, что треть только осталась старых водителей. Это верно все? Нет, это неверно. Я считаю, что где-то порядка 95% водителей перешло в наше учреждение. Буквально там несколько человек, где там не хватало, добрали со стороны. Поэтому коллектив практически весь остался старый и опытный, так скажем, которые знают город, знают районы свои. Поэтому в этом плане все хорошо и проблем у врачей с поиском там адресов и скоростью доезда, я думаю, что нет. А со стороны это кто? Можно поинтересоваться водители? Со стороны это значит, просто было подано объявление, что требуются водители, да, водители пришли. У нас требования к водителям
которые не работали на скорой помощи, в принципе, довольно-таки жесткие, то есть знание города – первое требование, второе требование – обязательно стаж официальный по трудовой книжке не менее 3 лет. То есть водители не просто так, что вчера он получил права, сегодня сел на скорую помощь и поехал. Нет, то есть определенные требования есть, и те люди, которые были удовлетворяли этим требованиям, они были приняты на работу. Но если мы не ошибаемся, там нужна какая-то спецподготовка ведь, да, для водителей автомобилей скорой помощи, то есть специальный допуск. Спецподготовка заключается в том, чтобы пройти там 20-часовое обучение по программе вождения автомобилей, оборудованных специальными сигналами. Других каких-то специальных подготовок, в общем-то, не требуется. Вот те новые водители, которые пришли, они прошли, да, этот курс? Да, конечно. Уже они готовы? Конечно. Максим Игоревич, вот интересно, кто эти люди, которые являются водителями вот такой спецтехники? Мне кажется, должны быть какие-то особые черты, я не знаю, это тяжелая ведь напряженная работа. Тяжелая ответственность. Конечно. Работа напряженная, конечно, то есть там и среди ночи, да, они ездят в любой момент, как только вызов поступает, так они едут. Я думаю, что люди в основном, они как бы со временем проходят такой отбор, то есть те, кто не готовы к такому режиму работы, они сами потихонечку отсеиваются, да, и с учетом того, что коллектив, по большей части, скажем так, остался старый, то в этом проблемы нет. Ну, а новые люди, если они, скажем так, не готовы к такой работе, они тоже в ближайшее время отсеются, как практика показывает. А что касается зарплат, зарплаты привлекательные у водителей скорой помощи? Потеряли в зарплате? Нет, они точно не потеряли, зарплата у них даже немножечко повысилась, то есть раньше была там большая дифференциация у скорой помощи, то есть водители, которые с большим стажем получали там, значительно больше, чем водители, которые, пришли не так давно, да? Надбавки существуют, да? Да, за стаж. Мы эти надбавки, честно говоря, убрали, да, то есть мы, скажем так, уравняли заработную плату водителей, исходя из того, что все же они выполняют одинаковые функции, да, во время дежурства, во время работы. Но мы равнялись на максимальный уровень заработной платы, да, то есть у всех водителей сейчас, все водители получают уровень заработной платы не меньше того, что получали водители с максимальными надбавками, то есть с максимальным стажем, там, с первым классом и со всеми остальными. Максим Игоревич, вот такой вопрос. Не секрет, что у нас область не самая благополучная в смысле финансов, да, и маржа, которая, вот мы сейчас как раз обсуждали до эфира этот вопрос, маржа, которая, возможно, на которую вы рассчитываете, она не такая высокая, как, например, там, в соседней же Нижегородской области или в Пермском крае. Может ли сложиться ситуация, когда ваша компания поймет, что нецелесообразно предоставлять услуги в Кировской области? Может ли это сложиться вот в этот 3-летний период, когда действует контракт или после? Как вы просчитывали свой доход? Наверняка просчитывали, и серьезно. Естественно, прежде чем прийти и заявиться на аукцион, да, конечно, мы посчитали все свои расходы и свои доходы, да, сравнили. Посчитали, маржа действительно очень невысокая, скажем так, но всегда ведь стабильность имеет большую роль, да, мы считаем, что 3-летний контракт — это некая гарантия стабильности, стабильной работы, стабильной оплаты на 3 года, поэтому даже с учетом этой невысокой маржи у нас есть как бы уверенность в том, что мы будем работать и добросовестно выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя, как перед водителями, да, нашими работниками, так и перед заказчиком скорой помощи и конечным получателем нашей услуги, так скажем, да, населением города Кирова. Угу. Максим Игоревич, у меня еще пару вопросов технического плана. Понятно, что машины эти новые, но в случае каких-то непредвиденных поломок, экстренных ситуаций, насколько оперативно вы сможете устранить эти поломки и вернуть в строй машину скорой помощи? Есть ли у вас база вся техническая, с кем договоренность, кто обслуживает эти машины? Да, у нас есть, во-первых, у нас есть подменные автомобили, да, на случай того, что машина выходит из строя, либо же она идет на запланированное техническое обслуживание, то есть вместо нее включается подменный автомобиль, а автомобиль, который нуждается в техническом обслуживании либо ремонте, уходит в предприятие,
специализированное, единственное предприятие в Кирове, которое имеет все необходимые сертификаты для ремонта автомобилей. Это М-Транс называется предприятие. С ним у нас заключен договор, и оно обслуживает и ремонтирует наши машинки. Сколько гарантийный срок составляет? Вот я уже задавал этот вопрос. Гарантийный срок на автомобиль дизель составляет 1 год. Ага. Ну и там у любого ведь нового автомобиля существует определенный пробег, после которого нужно явиться на техническое обслуживание. Не получится ли так, что в полном составе, одновременно всем автомобилем придется явиться там, на замену масла в двигателе или что-то еще? Я понял ваш вопрос. Да, пробег межсервисный для газели составляет 15 тысяч километров, для Форда составляет 20 тысяч километров. Но машины ведь не все ездят там одинаково, понятно, что... Кто-то больше проехал, кто-то меньше, да? Все, да, кто-то больше, меньше, ну и плюс-минус там 1000 километров, это тоже не принципиально, поэтому, естественно, машинки все будут ездить на плановое ТО запланированно, то есть там, по, грубо говоря, там по 2 машинки в день будут уходить. А куда будут ездить? Служиться. На ТО. Предприятие М-Транс. М-Транс, это название уже прозвучало. Спасибо большое. Спасибо. Максим Морозов был с нами на связи, коммерческий директор Кировмедавтотранс. Один из подрядчиков. Напомню, всего у нас их 2. Второй... И у нас сейчас небольшой коммерческий интерес. Мы уходим на рекламу. Продолжается дневной разворот в Кирове. Напомню, номер нашего прямого эфира 708-502. Странно, но судя по первой половине... Все довольны. Все довольны. Вопросов нет к работе скорой помощи с 1 января. Автомобили-то новые, действительно. 38 штук их в нашем городе. Да, я хочу, чтобы ты задал вопрос, который начали обсуждать мы в рекламном перерыве. Для меня остается загадкой, куда поступает мой звонок. Ну, естественно, все мы сейчас с мобильными телефонами. Нахожусь ли я в одном каком-то районе нашего города, или в другом, или в районе области, куда поступает мой звонок, если возникла необходимость позвонить, вызвать бригаду скорой помощи? Мы сейчас вспоминаем случай, который активно обсуждался в прошлом году, в конце прошлого года. Это несчастный случай, произошло, когда поступили звонки в службу скорой помощи. 2 сразу службы его приняли, выехали 2 сразу скорой помощи, и в итоге человек скончался. Да? Вот что происходит? Диспетчерская служба, что касается автомобилей, мы также, когда такси обсуждали, это большая проблема, нерешенная какая-то. Есть ли такая проблема у службы скорой помощи? Ну, по распределению вызовов по району, откуда они поступают, это все связано, во-первых, с расположением вышек связи сотовых операторов. И, естественно, это физика, против нее не попрешь. Волна идет по наименьшему расстоянию, то есть от сотового телефона идет на ближайшую вышку связь. И оттуда уже идет кассирование и, соответственно, на ближайшее подразделение скорой помощи. Вот. И в данной ситуации, вот как раз в том случае в районе Цепелей, вызов поступил первичный в Мурыгино, хотя, в принципе, это уже Орловский район. Как раз именно по этой причине, что ближайшая вышка находилась рядышком. Вот. И ситуация такая, что мы вынуждены действительно сейчас обращаться и к сотовым операторам, и Ростелеком, чтобы они упорядочили вот это распределение звонков с территории. Именно по диспетчерским службам, по распределению. Сейчас вот даже в ближайшем пригороде могу сказать, например, Посегово. Недалеко, но если набрать 03 или с сотового телефона 030 или 003, то вы попадете в Кирово-Чепецк. Ну да, Кирово-Чепецкий район. Кирово-Чепецкий район, да. Но, однако, из Кирово-Чепецка ехать сколько получается? Долго. Гораздо дольше. Кроме того, Посегово сейчас выполняет вызовы станции скорой помощи города Кирова. А норматив там, если не ошибаюсь, в районах 40 минут, да? 40 минут, 40 абсолютно верно. А в городе у нас? 20 минут. Ну вот и в связи с этим возникает вопрос, тоже в СМИ прошла информация недавно о том, что брежет перспектива создания единого центра, да, колл-центра. Это вообще возможно в других республиках? Есть такое, насколько я знаю, на других территориях? Есть такой опыт, да, особенно вот он хорошо в Чувашии себя зарекомендовал. Там сейчас уже станция скорой помощи города Чебоксары стала единым юрлицом и полностью выполняет вызовы по всей республике. То есть у нее, получается, дай бог памяти, 30 структурных подразделений по районам республики. И полностью единый колл-центр, они сами распределяют вызовы.
И укладываются во всевозможные нормативы. Ну, оказания. Насколько укладываются, это все индивидуально, но тем не менее, да, работа вот организована таким образом, что единый диспетчерский центр у них уже есть. Ну, это практика, понимаем, у нас да. сложнее это сделать. Применима вообще к нашей да. области такая практика? Рассматривали такой вариант? Мы рассматривали такой вариант. У нас это все затрудняется тем, что территория, во-первых, нашей области довольно большая, протяженность более 600 километров север на юг. Больше, чем некоторые европейские страны. Ну, это мы все да. со школы еще знаем. Это, да. во-первых. Во-вторых, довольно низкая плотность населения. Вот, это основные факторы, которые нас пока сдерживают. Но мы не исключаем такой возможности, что в ближайшее время рассматривать будем. И, например, вокруг города Кирова начнем концентрически вот это мероприятие осуществлять. Работа происходит постоянно по усовершенствованию, да, службы скорой помощи? Да, то есть постоянно какие-то мысли появляются, постоянно изучается опыт регионов, и не только Российской Федерации, но и зарубежья, то есть постоянно работа идет, отслеживаем. А вот что касается аутсорсинга, да, которым мы сейчас воспользовались, сколько территорий, да, какие административные единицы уже пользуются такой же услугой, по такой же схеме действуют? Ну, мы сегодня говорим, да, то, что у нас все бывали, да, в Санкт-Петербурге и в Москве, да, то мы видим, что в основном все скорые там ездят, да, не частные. То есть в крупных городах в основном существует как и опыт муниципальных учреждений, так и часть услуг передана на аутсортинг. Вот. Есть много областей достаточно, да, по России. Вот мы даже сегодня говорили, там и Уфа, и Пермь, и Нижний Новгород, и, ну, честно говоря, там такой статистики у меня на сегодняшний момент нет, но мы говорим, что это вот переход на эту услугу, он будет в итоге, наверное, по всей Российской Федерации, потому что это намного выгоднее, да, то есть это намного, это сильно экономит бюджетные средства. Но если я не ошибаюсь, Киров — это первый областной центр, где вот полностью город да, перешел на эту систему. Да, да. В других городах или там одна станция скорой помощи, да, работает по этой системе. Ну нет, в Перми уже они 4 года этот проект реализуют, да, там полностью станция, город. Да. Там у них, насколько я знаю, 4 подрядчика. Ну, там постоянно меняется количество подрядных организаций. Вот. А в принципе, сама организация транспортного обеспечения такая, она не нова. То есть у нас в стране существует очень много станций, которые никогда не имели собственного гаража. Например, Московская станция скорой помощи имени Пучкова. Никогда не было своего гаража, всегда машины им предоставлял Мосгоравтотранс. И сейчас нет. То же самое касается Санкт-Петербурга, то же самое касается Перми. У них до этого, до проведения аутсорсинга, этим занималась гараж Министерства здравоохранения. Мне хотелось еще вернуться к финансовому вопросу. Вот из той информации, которая была на разных информационных площадках, я понял, что никакой финансовой выгоды мы от этого не получим. Выгода единственная в том, что у нас полностью обновился парк автомобилей скорой помощи. Нет, нет. Вот эти 250, почти 250 миллионов. Вообще откуда это взялась цифра? Ну, то есть, смотрите, мы с вами, когда составляли техническое задание, да, для открытого аукциона, который у нас прошел, мы брали там, сколько мы тратим в год вот именно на те услуги, которые мы хотим перейти на аутсорсинг. То есть у нас они там получались порядка 80 миллионов рублей, да. То есть, соответственно, у нас есть с вами инфляция. Правильно Сергей Юрьевич сказал, есть дорожание тарифов, топлива, да, все. То есть у нас в этом году мы тратим 80, в следующем году мы понимаем с вами там и с коэффициентом инфляции. Вот 16%, Сергей Юрьевич сказал. Да, да, да. На 16% это только топливо. Только топливо. Да, только топливо. То есть вот мы в таком приблизительный расчет даже делали, что с этими всеми затратами, то есть мы за 3 года бы потратили около 270 миллионов, да. То есть мы сейчас здесь с вами там 246 или сколько у нас получилось? Да, порядка 250. Это порядка 20 миллионов. Мы, да, 25 миллионов мы просто сэкономили, да, проведя эту услугу, да, и опять же мы с вами говорим, что перейдя на эту услугу, мы теперь не думаем об обновлении транспорта, потому что нам бы так иначе бы пришлось покупать новые автомобили, да, если мы даже берем по минимуму, покупая «Газели», да, то, что мы там, сумма на там, «Газель» обычно... Сколько вообще новая «Газель» стоит, медицинская? По классу порядка миллиона рублей? Нет, порядка 800 тысяч рублей. Так, 80 миллионов в год. Это сколько мы «Газелей» могли бы купить? Ну, знаете, это было бы прекрасно, да, никому не платить зарплату, не заправлять бензин. Давайте, да, давайте мы купим «Газели», поставим ее, пусть она стоит перед станцией, и показывать журналистам, вот, у нас новая «Газель». То есть тут самое сложное, самое затратное — это обслуживание. Обслуживание, да. Машину легко. Ну вот и в связи с этим интересно. Вот заканчивается трехгодичный контракт, да? Машины там прошли, какой-то износ машин. Просто как вот это дальше развивается? А те же машины будут обслуживать? Что дальше будет происходить? Безусловно, если думать как у нас на сегодняшний день произошло, мы с вами там все говорим, что
там вот был какой-то подрядчик, с ним взяли и заключили, да, то есть у нас происходила целая процедура, да, вот как вы говорили там в начале, да, что там об этом никто не знал, да, в течение года, то есть это вот у нас на всех сайтах, которые занимаются госзаказом, эта информация висела сразу, как появился аукцион, и, соответственно, то есть вот эти два подрядчика, они получились на основе аукциона, да, то есть мы через 3 года мы ни с кем не будем продлевать контракт, ничего, то есть у нас через 3 года заканчивается договор, да, он, по-моему, называется. Если, вот, конечно, да, подрядчик не будет нарушать, ну, да, нет, не смотрите, даст оснований. Мы с вами, да, опять же, да, говорим, какие у нас там есть риски по поводу, там, если там кто-то не выходит в рейс, там, нам предоставлять услугу перехотели. У нас есть с вами там административный кодекс, да, есть уголовный кодекс. Да, к чему это может все привести? Да, и подрядчик, он совершенно не заинтересован, тем более с уровнем штрафов, которые на сегодняшний день существуют, да, что не предоставлять нам эту услугу. Это просто будет очень невыгодно для него. Плюс там с дальнейшими последствиями. И через 3 года, вот как у нас будет заканчиваться этот контракт, мы будем заново проводить процедуру открытого аукциона, да, и вот как раз за эти 3 года я надеюсь, что там появится куча компаний, да, которые там посмотрят, как сейчас работают, посчитают для себя прибыль, может быть, какие-то, и у нас там мы еще большую экономию получим на следующих торгах. То есть для нас, чем дешевле, тем лучше. То есть, там очень маленький технический вопрос. Все-таки машина через 3 года понадобится новая опять? Или 3-летняя, 3-годовалая машина все еще служит? Все дело будет в том, как мы пропишем техническое задание и какой тариф мы сможем дать. Но это первое. Да. Второе, в принципе, по действующим нормативным актам, по приказу, автомобиль скорой помощи эксплуатируется 4,5 года. Вот. Поэтому, если мы будем иметь, с одной стороны, достаточно денежных средств, чтобы заплатить за поставку нового автомобиля, я думаю, подрядные организации с радостью купят нам новые машины. Понятно. Мы могли бы, пожалуй, еще много задать вопросов нашим сегодняшним гостям, но, увы, время наше истекает, дневной разворот заканчивается. В студии у нас Александр Бондарев, замглавы Департамента здравоохранения Кировской области, и Сергей Отношивкин, главный врач станции скорой медицинской помощи. Спасибо вам, удачи. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.